А я Юлия из Москвы. Я индивидуальный предприниматель и мама троих детей погодок. У меня к вам вопрос. Как перестать испытывать дискомфорт и ощущение боли при расставании с деньгами? Ну, это нормально. Физиологически в нас уже закрепленная вещь. Да? У нас передняя часть нашей островковой доли, островок Райлен называется, спаян с чувством боли как физической, телесной, душевной, так и в связи с расставаниями с деньгами. Причем, если вы расстаетесь с какими-то большими деньгами, то вас это может не так сильно ранить, как те финансовые средства, которые для вас привычны в обиходе. Но это тоже нужно будет сформировать соответствующий навык, разрешить себе не считать эти деньги, вот, которые у вас являются вашими, так сказать, расходными. Можете точно так же выделить себе бюджет на расходы и после этого вот на такие, которые вы же не каждый раз боль испытываете, там, я не знаю, когда вы в магазине покупаете еду, я не думаю, что сильное чувство боли там вы переживаете, но если там, условно говоря, какая-то услуга, которую вы приобретаете, она кажется вам дороже, чем она, чем вы были бы готовы заплатить, да? Введите их в этот бюджет своего транжирства, сформируйте бюджет транжирства.